Друзья, знаете, такое торжественное чувство от этого издания, от его появления в такую праздничную предновогоднюю пору. И слушая стихи, ощущаешь какую-то необыкновенную заботу, совершенно сказочную. Голос феи такой знакомый, но он звучит, ну, правда, как будто из будущего. Вот такого необыкновенного, вот облик которого вот так на обложке открытки нарисован, такой сказочный. И, знаете, особое тепло ощущаешь, глядя вот на название открытки. И вот эту такую родную рамочку из «Элегии любви», ощущая преемственность комплексов, в то же время восторг от того, что, во-первых, новый комплекс родился, а во-вторых, ну это как, знаете, правда, как какой-то неизвестный такой прекрасный предстоящий путь рождения нового комплекса. И вот эти строки такие доверительно напутствующие, такие какие-то очень важные, которые вот хочется слушать и слушать, вот они просто на самом деле вот как будто с сердцем общаются. И очень ценно услышать это обращение к сердцу того, кто направляется в этот путь.